Здравия Дунай, слушай Дима Ковальчук, допустим, что по сторонам Тара Кузнецова, последний раз обычно мы уже не знаем, что мы находим в моем комиссии, что же Маргарита Захария коротко обманывает. Самое вероятное дата проведения президентских выборов спросила русский 15-й неделю. Наша страна представит политические возможности и юности. Шоу песчаных картин белорусского художника представлено на Сардинии. Далее подробности. Самая вероятная дата проведения президентских выборов появилась в этом году 15 ноября, заявила в интервью журналу «Белорусская мысль» председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам проведения республиканских референдумов Лидия Ермошина. Эта дата доведена Центробюджетом до сведения главы государства и предварительно одобрена им как самый район. Сегодня, по словам дипломата, наши отношения развиваются на взаимовыгодных политических и экономических условиях. Беларусь занимает высокое место среди торговых партнеров Украины. Также в Минске уже на постоянной основе проводятся консультативные двусторонние встречи по урегулированию ситуации на юго-востоке.